Кооперация у промысловой творчості. Про гэта ішла размова старшыні Магілёўскага аблаканкама с делегацией Тульской области, якая пробыла у Магілёў. Гэта працяг сустрэчы, что отбылася на форуме регионов Беларуси и России, где подписано пагадненне об супрацоўніцтве. Подрабязности у Татьяны Сергейчык. На третьем форуме регионов Беларуси и России Могилевская область подписала погоднение об супрацовництве у гандлево-экономичной, науково-техничной и культурной галинах с урадом Тульской и Новосибирской областей. Делегация Тульской в области у протяг Минской размовы наведала Могилевщину. У Тульской в области працуе 160 белорусских магазинов, отзначил керавник делегации. Товары корыстаются великим попытом. До речи, как прогучало по часу встречи, у гандлево-экономичном плане с Могилевщиной супрацовничает 75 регионов России. По активности Тульская в область на 23 месте. Экспортная доля зусім маленькая, а приоритетных направков у супрацовництве зашмат. Старшиня Могилевского аблаканкама Владимир Доманевский деталево окреслил махчимости супрацовництва у промысловости сельской господарцы, культуры, туризме. Наполнить несколько иным содержанием наше взаимоотношение, наше сотрудничество. В первую очередь, это, конечно, кооперация в промышленном производстве. Мы должны создать хорошую площадку для наших субъектов хозяйствования, которые бы нашли себе применение в кооперации по производству тех товаров, которые могут они вместе производить. Але просто купить-продать зараз недостатково, прогучало на сустрече. Необходимо выкористовывать науковый потенциал двух регионов и на суместных вытворчествах выраблять инновационную продукцию для продажу у третьей краины. Сегодня стоит задача не просто обозначить эти направления в соглашении или, там сказать, протоколах или о намерениях, везде по-разному. А главное, и вчера это было подчеркнуто на форуме двумя лидерами государства, что они должны быть неукоснительно исполняться. И по традиции обмен подарунками. Образ Бялынинской Божьей Матери ручной працы с льна подарили гостям, а туляки привезли свой самовар и перники. Татьяна Сергейчик, Виталий Вопсев, Новин регион.